найти Голда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Системы в норме. Костюм готов к работе. Слушай, я этим не занимаюсь. Я же не спецназовец, как ты, как пророк был. Ну, и чего ты ждешь? Я чокнутый технарь-заговорщик. Черт возьми! Пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. Что ты знаешь о цефалоподах? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. Долбаные кальмары громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали ацтеки и инки, впервые столкнувшись с оспой. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Это невозможно. Неоткалиброванные нанопрограммы. Чужеродная ткань. Ладно. 21%. Этот костюм, он создан из самовосстанавливающейся, полуорганической наноматерии. Творение корпорации Харгриф Раш. Да, этот Харгриф, он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгриф нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Вернулся больной на голову. А там, видишь, вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Живой код, который, как сказать, типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Новые данные, скажем. Что я думаю? Что перед нами сейчас уникальный биокод вакцины от этой споры. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет. Банально не хватит вычислительной мощности. А черт возьми, в Нью-Йорке есть место, где есть эта штука, лаба Харгрива на острове Рузвельта. Призма. А это далеко отсюда. Вокруг киша цефа и пытаться туда пробиться самоубийство. Черт! Они здесь! Черт! Черт! Маскировка отключена. Я запираю все двери. Я в пожарный выход. Защитить. А ты давай, задержи их. Справиться с отрядом СЭЛ. Доступны тактические возможности. Ah!
один. Найти его! Вас понял. У нас контакт. Алькатрас, я тут послушал переговоры с Эл. Похоже, они собирались отправить тебя в штаб на Уолл-стрит. Я это место знаю. Уверен, что у них там есть нанокапсула с функцией глубокого сканирования. Она позволит тебе добраться до самых нижних уровней структуры твоего костюма. Место хорошо охраняется. Однако у тебя есть шанс. Прямо под улицей проходит аварийный туннель. Вход в него возле церкви на Уолл-стрит. Встретимся там. Ты лучше иди по крышам, а я пойду другой дорогой. Маскировка включена. Значит, смотри, вокруг командного пункта толпами бегают бойцы СЭЛ. Похоже, ЦЭФы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр нанодиагностики СЭЛ. Прорваться на командный пункт. Сейчас расскажу. Вы просто не поверите. Вы спросите,